Встречаем. Встречаем Ставрополь. Адлер. На станции Лазаревская. Кто-то в эфире, а кто-то потом в ролике. Единственный поезд, который сегодня прибыл вовремя. Нумерация с хвоста вагона. А потом поеду домой уже. Ну, нету смысла. Целый час ждать на море сходу. Поезд достаточно длинный. Скажу, такой удав хороший. Сейчас посмотрим, сколько людей выйдет на перрончик. Похоже, он весь проехал мимо нас. Все мимо нас. Адлер, второй вагон. Ну что? Весь проехал, весь. Всем доброе утро. Стой! Стой! Все, первый. Я первый пройду, посмотрю. Здесь вот буквально прямой смысл этого слова, вот стоит проехать мимо нас. Поэтому я чуть-чуть возвращаюсь. А чего они его так прогнали-то сильно? Не пойму. Всем доброе утро. Всем, кто в эфире и кто на камере. Ребят, встречаем сегодня поезда. Как минимум один поезд встретим. Находимся на станции Лазаревская. Покажу вам адмирала и пойду куда-нибудь туда. Вот. Вот он. Устроен. Не буду мешать людям. Пойду сяду где-нибудь там, там, где вот тут вот солнце не светит в объектив. Ну и все людские потоки пойдут мимо меня. И вы посмотрите, сколько людей. Я сейчас не читаю комментарии, потому как мне крайне неудобно это делать. Но попытаюсь. Там адмирал. Да нет, Саратов Адлер опоздал, ребят. Вот меня шаман попросил у Кирилла встретить. Я вот пошел встречать его. А он опаздывает на час. Потом Адлер Санкт-Петербург от вовремя приходит. Так, сейчас оторвусь. Так, ребят, мы встречаем Ставрополь в Сочи. Смотрите, сколько людей прибыло сегодня в Лазаревскую. Пока не очень. В общем, у меня сеанс одновременно горит. Вот, Нижний Новгород Адлер тоже задерживается на 1 час. Походу что-то там случилось. В общем, у нас все эти поезда опаздывают на 1 час, соответственно, мы не пойдем. Из Ставрополя народу приехало не очень много, ребятки. Вообще. Вообще. Странно. Ну, честно говоря, я думал, что питерский встречим хотя бы. Или нижегородский, но нижегородский тоже опаздывает. Поэтому на море. Однозначно. Ну, нет пенсионеров. Смотрите, сколько приехало сразу, быстренько. Целая команда.
быть, тут с этой стороны тоже люди пошли. О, еще больше и больше народа. Так что вот так вот, ребята. Люди есть, но не очень много. Пока не очень много. Со Ставрополя проще, наверное, на машине доехать. Ну что, на этом будем заканчивать наш ролик и трансляцию одновременно. Всем пока. Вот такое вот количество людей прибыло сегодня в Лазаревске. Не забывайте телефон. Всем пока.